все молодцы. Да. Следующий танец сегодня, да, в городском саду. Простой фигурный вальс. Это стали кружочек, все, кто умеет. Дамы приглашают кавалера. Кавалера приглашает для стали большой круг. Потому что следующий танец нашей программы — лирический
русский лирический танец. Многие его знают, очень хорошо. Не забудьте про поклон. Русский. Так, просьба побыстрее занимать места на танцполе. Пойдем, пройдем. Итак, мы начинаем. Будьте любезны, маэстро. Отняли у меня игрушки.
участвуется только тройка. В ней участвуют две дамы и один кавалер в середине. Поэтому соберитесь в такие группы и ставьте по кругу. Образуем круг, проходим сюда, в свободное место, чтобы было меняться. Иначе давай будем забежать. Пройдите немножечко. Хорошо. Так, здесь у нас... Так, немножко назад, очень тесно становится. Кен, туда. Да?
разных клубах, и везде, к сожалению, подыграть не всегда одинаково танцуется. Я попрошу Игоря помочь мне. Здесь есть один нюанс. Да. Значит, в конце, когда при переходе дама должна в одних клубах встает на место, да, и кавалер проходит вперед. В данном случае сейчас мы будем танцевать по-другому. Поэтому внимательно послушайте. Когда дама оставляет ножку, кавалер провожает ее вперед к следующему партнеру, а сам встречает предыдущую даму. То есть дама переходит вперед. Вот такой небольшой нюанс. Поэтому внимательно провожает кавалер даму вперед. Так. Еще раз показываем и музыку. Пошли. Раз, два, три, оставляем ножку. И кавалер провожает к следующему кавалеру. И танец начинается сначала. Такая возможность выпадает. Итак, все пары сформировались.
Ну, без перекрута, ничего страшного. Маэстро, как тебе песня? Следующий танец нашей программы – русский танец «Сударушка». Очень красивый, современный танец. Но опять-таки требует внимательного отношения. Вначале русский поклон обязательно. И в конце. Так, образовали круг. Можно использовать центр площадки, образовывая второй круг. Так, ну поактивнее, народ. Так, начинаем.
можете тоже подняться на подиум танцевальный и протанцевать его с нами вместе с танцорами. Здесь сегодня собралось очень много танцующих пар из московского долголетия. Видите, люди занимаются такими вот историческими бальными танцами. И это как раз Краковяк входит в программу бальных исторических танцев. Итак, пары вышли в кружочек, образовали круг. Еще раз повторяю, танец очень динамичный. Да, заняли здесь. Молодцы, хорошо. Итак, мы начинаем. Маэстро, будьте любезны. И можно начинать. Маэстро, пожалуйста. Thank you.
кот, хочешь пройти? Мам, настоящий зайчик! Хорошо. Будем квадратный. Чай, кофе, лимонад, необычное мороженое. Я еще холодаю. Да. Музыка сильная. Ольга, отходи. Да? А, он попадает? Oh my God.